Вот, лошадку нужно, конечно, в пони отвезти в ее стойло. А где написано Бетховен, там посмотри вот. Ты умеешь заводить уже сама в стойло, да, Риш? Так, останавливайся. Вот это тебе дверь стой. То есть, если ты дверь откроешь, ты зайдешь, потом лошадка с тобой прошла. Здесь дверь. Да, вот здесь. Заходи первая. Потом лошадка. И налево. Ножички в комнате. Поводок не бросай. Вот, молодец. Вот видишь, у него уже есть. Тот, который он так хотел спросить. Аришенька, ну повернись к нам. Ты моя радость. Мне очень приятно, что ты так... Давай мы бабочку в клетке. Ты вообще прелесть.